Веруешь ты в Бога? Али нет? Ты зачем спрашиваешь? Да так. Ведь многие но не веруют. Прощай. А насчет веры, Парфен? Насчет веры я на днях одну встречу имел. Вижу, шатается по деревянному тротуару пьяный солдат. Подходит ко мне. Купи, барин, крест. За 2 гривен отдам, серебряный. И точно, в руках у него крест. И видно только, что с себя его снял. Только не серебряный, а настоящий оловянный. С первого взгляда видно. Я вынул 2 гривен и отдал ему, крест тут же на себя надел. И по лицу солдата было видно, как он был доволен, что надул глупого барина. Вот, брат Парфен, как дело с верой обстоит. Ну да что? Прощай. Прощай.